21 июня – Международный день йоги. Для многих она является не только увлечением, но и образом жизни. Уже много лет древняя духовная практика популярна во всем мире. Неудивительно, что половина главных красавиц России всегда находит на нее свое свободное время. Йогой занимаются Вера Брежнева, Сати Казанова, Ксения Собчак и многие другие выдающиеся люди нашей страны. Впервые праздник отметили 21 июня 2015 года. Инициативы учреждения и выбор даты принадлежали премьер-министру Индии. Йога многие годы помогает людям преодолеть стресс, расслабиться после физических и эмоциональных нагрузок, а также привести тело в нормальное состояние. Она полезна мужчинам, беременным женщинам и тем, кто страдает от различных заболеваний. Певица Сати Казанова давно занимается йогой. Для артистки это не просто увлечение, а образ жизни. Она помогает певице оставаться в прекрасной форме и всегда быть в хорошем настроении. Вера Брежнева, к примеру, также разделяет любовь к духовной практике и даже приучила своих дочерей тренироваться вместе с ней. Занятия йогой активно внедряют во все фитнес-центры, но люберчане могут совершенно бесплатно приобщиться к этим занятиям в Люберецком парке культуры и отдыха по выходным и в другие дни, указанным в официальной группе парка ВКонтакте. Мария Кузьмичева, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.